Прием-прием, друзья, на связи Шедимен, Леди Леска. Всем привет! И Нубик Кубик. Всем привет, друзья! Добро пожаловать в новый видеоролик. Ну что же, до Нового года осталось совсем немного времени. Мы сейчас едем назад с покупочками новогодними. Сегодня мы хотим всем подарить подарки. Мы только что уже были в госпитале, теперь едем в полицейский участок. Вот, посмотрите, у нас тут заготовлены различные коробочки вот такие вот с подарками. И мы хотим полицейским подарить, потому что и они нам помогали, и мы им тоже все это время помогали. Ну а ты прямо сейчас тоже поставь лайк под этим роликом, если ожидаешь наступления Нового года, и обязательно жми на кнопку подписаться на наших каналах, чтобы в новом году и в принципе никогда с наших каналов ничего нового не пропускать. Все, пойдемте садиться в машину, да, потому что быстрее дальше. Полицейские еще куда-нибудь уедут по делам, там мы их потом не найдем, не поймаем. Ой, ну как это, что-то сюда, то туда. Садитесь назад тогда все. Все, поехали. Все, мы тут совсем немного не доехали, тут немного осталось. Ура, ой, вот она дорога-то. Поедем, завалило все, не видно они ничего. Вообще что-то, кстати, дорогу даже не чистят. Снега вообще много, тут уже нам вообще надо мэру сказать. Да, чтобы чистильщиков там, не чистильщиков, все, а службы специальные появились. Вот, элитные службы, подразделения. Так, пойдемте. Как у меня элитная служба. Эй, с Новым годом! Эй, Людочка, мы вам подарки привезли. Всем привет! Так, капитан тут, можно войти? Эй, всегда тут сидит, вообще-то. Эй, Капитеус! Ой, ребят, Капитеус! Смотрите. Ой, смотрите, ой, тут так прикольно, они какая-то тоже украсили. Куда? Уехал? Капитан уехал на следственные мероприятия. Мероприятия. Нубик, что такое следственные мероприятия, ты знаешь? Нет. Нубик, ты чё? Ты чё? Как ты не знаешь? Что? Это мероприятие, где следы ищут. А, ладно. А, кстати, реально, это может быть такое? Да нет, я шучу, Нубик. Это, короче, там, где проводят следствие, вот. А, ну логично. Вообще, капец. Нубик, так, ладно, капец. Ведет кто? Людочка, правильно. Эти колобки, по-моему. Все, пойдемте вниз. Колобки ведут следствие. В смысле, вы не знаете? Следствие ведут колобки. Это легендарный мульт. Нет, вообще-то... И они похожи на Нубика. Ладно, жаль, мы подарили подарки, короче, придется в следующий раз отложим. Так, все, ладно. Ну, так, в общем, давайте завтра заедем тогда к ним, да? Вот как может такое быть, то что полицейские не работают, они же должны всегда работать. Нет, эй, почему? Жаль. Там же написано, они уехали на следственные мероприятия, как раз таки они, да, и делают работают то, что должны делать. А, ну я думал то, что там хотя бы кто-то Нубик, должен когда остаться. Что-то где-то случилось, какое-то происшествие, туда приезжает полиция, начинает вести следствие, дело началось. А, интересно, где они следствие будут вести? Не знаю, может, какой-то ну, деревне. Так где угодно, может, в третьем они... городе, в нет, втором. Может быть, они вообще в город, прям в центр выехали, и там следствие ведут, там же много мест. Мне кажется, туда другая такое полиция наша. Что ты так сказал? Мне в Казахстане сказал, следствие ведут бомжи. Что ты говорит вообще? Так, так, стоп, это что такое? А почему нашего дома? Секундочку. Записки, Людочка тут. Какие записки? Погоди, у нас полиция ходит. Стоп, я не понял. Вот они где? Это же наши, да? Так, ребята, а что тут камеры понавешали? Смотрите, сигналка висит, машина. Идут, что ли? Я что-то тоже не понял. Почему окна заколочены? Почему окна заколочены? Почему в нашем доме что-то происходит? Мы что? Ребят, что случилось? Нет, Нубик, Нубик, может ничего... быть, ты молоко не убрал с плиты с утра? Молоко убежало. Так и что? Я не знаю. Если даже что? И так. Я вообще ничего не сделал, правда, я не пукал. Пойдемте, я вообще подойдем ничего к капитану. Я клянусь. Капитан, вообще. А что тут происходит? Да, что извините, случилось? Ребята, ничего лишнего. Тут серьезное следственное мероприятие. Внутрь никого не пускаем, пустить даже вас не могу. Как это? Так как это? Мы же вам помогали всегда. Это наш дом, тем более вы нам скажите доверять нам, можете, вы же знаете. Хозяева. Нет, к сожалению, дело более чем серьезное. Здесь занимаются агенты ФБР. Пустить не можем, пока. Ну, до завтрашнего дня. Завтра я вам позвоню, а пока что даже а не пытайтесь. Мы... А где мы ночевать будем, да, пойдем по-вашему? У тебя в доме. Так у него там, где спать-то, кровати не хватит. Ой, да, капитан. Две кровати у меня там. Что такое? Мы уехали за подарками, заезжаем да тут. Все же нормально. Вот именно, вот нет, нет, ребята, извините. Сказать, очень серьезно, вообще, все очень случилось? Серьезно, ребята, очень серьезно. Ладно. Что происходит? Вообще ничего не понимаю. Шедилеска, нам даже не сказали причину, тем более это наш дом, и они должны что сказать вообще. Кстати, попробуем, короче, по-тихому. Хотя там камеры везде. Пойдемте вокруг дома попробуем обойти, может где-то щелка будет, заглянем. Да-да-да. Давай. Пошлите по-тихому так, тихо, типа уходим, короче. Смотрите, капитан смотрит. 333 что следит вообще прям за нами. Зачем? Почему такая секретность-то вообще не понимаю?
Да вообще, они что-то там секретное. Не, мне просто интересно, что же там такого внутри, что оно настолько секретно. А как они в наш дом ворвались тогда? Жалюзи повесили. Слушайте, ребят, мы, так оно вообще не открывается за... никак. Мы же запретного вообще не хранили ничего, что прям могли там печатать дом. Нет, ничего не было. Единственное, что у нас внизу типа оружие было, но это же специально, чтобы там от зомби защищаться, еще да, что-то. Да, тем более полиция всегда знала, что у нас есть оружие, чтобы защищаться. Смотрите, даже в туалете. Камеры вообще везде камеры просто висят. Смотрите, табличка какая-то, давайте прочитаем. Ведутся следственные мероприятия, то же самое. То же самое, что и что, не в видно, полицейской да? комнате. Да но почему даже туалет ничего заминировали? Как я в туалет? Ну, заминировали, Нобик, хорошо, что не заминировали. Туалет заминируешь ты, Нобик, кажется. Так, ребят, все, мы тут уже не пойдем, смотрите, тут полицейский ходит уже. Они подумают сейчас, что мы пытаемся ворваться сюда. И мы даже с вами не сможем никак. Стойте, у меня идея появилась. А они же наверняка про подземный проход-то не знают. Вообще никто про это место не знает. Пошлите через дом. Давай, ну, да. Давай проверим. О, точно. Пойдемте. Сейчас отсюда они пойдем. Точно... Тихо, только тихо, не говорите про подземный проход. Ну, как ты сам уже сказал. Ты сам говоришь только, да. Так они не услышали. Вот Людочка пока что не возле. Так она мимо прям тебя проходит. Ладно, пойдемте. Ладно, капитан, пойдем, мы в доме Нубика тогда подождем. Ладно, тогда мы в доме. Да, пойдем. Хорошо. Все, пока. Давайте. Удачи, до свидания. Капец. Ладно, побежали. Ведите себя, стойте, ведите себя достаточно гостеприимно, потому что... Гостеприимно ведите себя. А кого нам принимать-то, гостей кого? Да не гостей, ведите себя нормально, чтобы он не подумал, что мы агрессоры. А мы чего, мы нормально? Капец, Нубик, ты тут единственный, кто себя странно ведет, как ты гостеприимно говоришь. Это они должны быть гостеприимными. Давай, закрывайте. Нет, это мы должны гостеприимно. Так, никто не смотрит. Посмотрите, что тут камер, кстати, не было в доме-то. Ты тут совсем уже, извините, понаставили, может, что-нибудь уже. Это вообще они совсем. Это уже вообще-то вот нарушение прав и незаконно. Так, кирочку возьму. Ой. Че, Нубик, переставил проход, что ли? Ну ты вообще. Нет, не переставил. Да, пошлите аккуратнее только. Ура, пойдемте, тихо. Подожди, тихо, ты взял. Так давайте все возьмем что-нибудь. О, смотрите, проход пуст, мы можем пойти. Фух. Пошлите, по-моему, чисто. Я иду. Ура, мы сможем. Так, подождите. Я инструмент взяла. Давай ждем. А давайте гонку. Какая гонка? Давайте по-тихому пройдем по такое, это и все. Хочу, никак не получ... Если о, они, вы видели, насколько они готовы были? Они поставили камеры, типа, везде. А вы видели красную штуковину возле двери? Знаете, что? Это, это сигнализация. Это я 100% знаю. Это сигнализация. Слушайте, ребят, ну это слишком что-то серьезное. Сигнализация. Зашторили все. Там тоже красная штука, там, да, висит? Там ладно. Тоже сигнализация. Хорошо, что мы взяли инструменты. Я прям так и знал то, что надо их брать. Стой, Шатя, а может быть, это сигнализация для того, чтобы когда ты ломаешь что-то, да, оно зазвучит потом? Кстати, да, если оно... А может это все... Да может не она знаю, не сработает. Муляж какой-то и все. Не могли они ну так быстро с другой стороны поставить сигнализацию? Мы же уехали, да, за вот подарками именно только с утра. Да, вы смотрите, давайте, что они тут поставили. Две решетки поставили в толщину два блока. Ну вообще. Кто ломать будет? Припаслись. Давай я. Давай, чайки. Давай. Давай, только один. Это. Нет, ты что, не сигнализацию ломай. Ты решетку ломай. Ты что? А где там сигнал? Сигнализация точно сработает. По одной. Стой, скажи. Валим отсюда, быстрее. Резко назад поставь решетку. Я поставила. Да, только там дырка. Они сейчас сюда придут быстрее. Быстрее. Работает. Это вообще плохо для нас. Ой, кончится. А как так быстро, ребят? Стойте! Ты что, давай, вообще... Давай, все, тихо. Прибавил ходу. Фух. Ты, конечно, прибавил, я тут это, блин. Так они уже капец, так поняли, там орёт эта сигнализация, просто о, жесть какая-то. Я уже устала. Подождите, бежать. Откуда знают? Значит, знают, что проход у нас есть? Получается, что все деревни... Получается, знают. Надо что-то новое, тайное в доме нашем делать, ребят. Надо по-новому, что будем? Да. Надо реально потом какую-то новую тайную нашу секретную надо, штуковину знаете, построить. Что? Надземный с порталганом выше облаков. Ой, у кого есть вот этот, у кого есть... Чего? Как-то ковер, называется? Что ли? Вот он. Коврик, да. Давайте. А, спасибо, всё. Поставь. Что делать? Какие варианты теперь? Ух, не знаю. У меня вообще нету никаких вариантов. Вот там они стоят. Пойдемте подойдем к дому капитана. Он вообще слышал, нет? К дому, то, что капитан? Сигнал корёт, или я не о, знаю, давай, мне просто интересно даже стало. Только не подавайте визу, то, что это мы. Ага, и так не да, понятно. Давайте как будто бы идем ага. Еды взять. Давайте. Мне кажется, что они не глупые, они все поймут. Не, ничего не поймут, мы просто прогуляться пошли. Капитан, тут это такое дело, там у домика, ой, у Нубика в доме вообще еды нет, мы можем хотя бы еду взять? Нет, ребята, только что кто-то пытался снизу проникнуть, я же надеюсь, что это не вы были. Не, ни в коем случае. Вы что, откуда? Какого что там снизу? А как они снизу пошли?
Да. Там есть просто подземный проход, мы не успели проверить, куда он ведет, но... Короче, кто-то успел сломать решетку. Ой, не знаем. Вот дела творятся, ну вообще... Вообще, что пытаются сделать с нашим домом? Ну вы расследуйте тогда внимательнее, раз такие дела тут. Ладно, съездим в город тогда. До свидания. Да, до свидания. Ну как в город, в третью, в третью деревню съездим? Ребят, короче, что в третьей деревне надо? Мы сейчас поедем за вертолетом. Давайте. Единственное но. Нам придется машину там оставить. Либо кто-то поедет на машине, давайте, а кто-то на вертолете, и мы одновременно. Но мне кажется, это долго будет. Так что давайте лучше машину оставим там, а потом на вертолете вернемся и все. Давай оставим, ничего не случится с ней там. Все. Да, там безопасно, там тем более столько еще машин на заправке есть. Ух, ребят, он сказал, они не успели проверить, куда он ведет. А если они проверят и узнают. Да, вот этот же. И узнают, что проход в дом Нуба ведет. Ну и ладно, а чего такого? Это наш проход, мы же ничего не сделали такого плохого. Да, мы вообще ничего запрятали. Я вообще не понимаю, что там такого должно быть. Да, что они там прячут? Короче, мы сейчас узнаем. Мы сейчас узнаем. А, подождите, ребят, может кто-то из жителей на нас что-то наговорил опять? А что такое? В смысле? Там наши все жители. Фейковые, что ли, какие-то? Да, может быть. Под Новый год решили нам испортить праздник и придумали историю про нас какую-то хорошую. Нам никто праздник не испортит. Скажет, вот они там какие-нибудь хранят вещи, там какие-то плохие. Даже не надейтесь, что нам что-то испортят. Давайте музон пока врубим, послушаем, что там у нас сегодня. О, давай, Шэдди, врубай. Нет, ты врубай, ты петь будешь. Ты что, я откуда врублю? Я? Да. А. Давай. Я? Тэнс, тэнс. Ты. Можно я? Так, сейчас я буду петь. Шкибиди, топ-топ-топ-топ. О, это что такое, Нубик? Шкип, штибиди-дип, штибиди, добы-добы-добы-добы-добы-добы-добы. Ес. Спокойно, спокойно, занос. Еще включить музыку? Да, давай. Оп, Гангнам Стайл, оп-оп-оп-оп. Оп, Гангнам Стайл. Оп, Гангнам Стайл. Капец какой-то. Нубик, а курочку сейчас собьем. Ой, извини, курочка, я не хотел. Вы видели, я ее объезжал как да мог. Да, сама виновата, нечего стоять там было. Серьезные люди едут по дороге. Эх, реально. Маленькая курочка. Стоит поле кругом, она стоит. Ой, чего? Спокойно, езжай, нормально же все. Да вообще опасно что-то. Ой, вертушка, вон, ребят, все. А сейчас? Ну все, держитесь полицейские, мы сейчас все увидим сверху. Так, машину на парковке оставим. Сейчас мы тут разберемся. А, ребят, а если это произвол, то нам... Какой произвол? Ну вот смотри, нам получается полиция домой не дает зайти. Нам надо тогда к кому? В какую полицию обращаться? Мэру. О, мэру? Надо мэру потом. Если нас не пустят, в конечном итоге. Мы в собственный дом попасть не можем. Надо жаловаться. А я потом еще музычку включу, хорошо. Так, ну вертолет, я думаю, слышно особо не будет вообще, да. А, ладно, жалко. Так, всякие семена, что-то всякие. Поехали. Так, пойдемте, да. Все, есть уже ключи, есть с собой. Фух, садимся. Все, нормалек, у меня все нормально. Я нормально. Села, я держусь. Все, взлетаю. А мы еще подарки им приготовили. Вот они. Подарки какие. Вообще хотели подарить, а они нас домой не пускают. Это куда годится-то такое? Знали, да что не мы знаю, подарки я не знаю, ребят. Вообще это странно все очень. Слушайте, они сейчас вертолет над домом увидят. Они что подумают вообще? Они вообще. Ну а как они хотели, чтобы мы просто сидели и ждали? Нет, это вы только не спрыгивайте с вертолета-то. Мы просто посмотреть как бы. Они оттуда не увидят, кто летит. Да, я хочу посмотреть, открыт ли у нас на крыше наш проход. Если да, то мы попробуем как-нибудь по-быстрому туда супер-быстро залезть. И узнать хотя бы глазком, посмотреть, что там. Поехали, сколько рек, озеров тут у нас есть. Так, мы, кстати, уже почти прилетели. Смотрите, сейчас уже дом Нуба будет видно. А, серьезно? Да. Смотрите, я пою. А может просто снегом стать первым-первым? Чего? Снегом стать. Ну, стань. Но Бэу сегодня олимпиаду в школе на повторе. Нет, что-то я ошибся немного. Все-таки дом не было видно. Вот он только, дом сейчас появился. А, ну да. Так, ребят, все, давайте глаза востро. Я подлетаю. Так, амбарик. Не нужно... А, не нужно хлопать глазами. Смотрите, что там. Ну, по-моему, есть. Я сейчас боком повернусь. Кто-нибудь смотрите. Так, давай, боком. Вроде бы проход есть. Вот так вот не очень пока понятно, правда? Ну, нет, закрыто. Нет, заколочено, заколочено. Там серые блоки стоят. Совсем уже ненормально. Реально ненормальное что-то. А,
давайте сядем на дом. Не-не-не, ребят, все заколочено. А, короче, ладно. Едем обратно. Не-не-не, мы сейчас посадим вертушку за домом нуба. И давайте в таком случае, окей, дождемся завтрашнего дня, либо ночи, и наконец уже узнаем, что же там. Потому что, походу, там реально что-то очень секретное. Да. Но мне прям очень мне сильно не терпится интересно. Узнать. Мне так. Интересно очень. Опа, все, выходим. Опа, всё, так, выходим. Друзья, ну что же, давайте все-таки подождем, потому что полицейские настолько сильно заморочились, настолько сильно все подготовили, то что ни с какой стороны не подступиться. Так что ждем какое-то время и посмотрим, что там вообще творится в нашем доме. Итак, я не знаю, уже наступила ночь, мы не можем уснуть от любопытства, мы все ждем, когда же там уже все закончится. Вообще вот. Ничего не А если бы, кстати, заснули, то проснулись бы завтра. О! Капитан звонит. О, давай скорее, сейчас скажем. Алло. Лошади, в общем, мы тут все узнали, можете подходить. Новости, конечно, серьезные. Да что? Конец связи. Да что такое-то? Вообще как-то страшно стало, а? Я, кстати, увидел с балкона, там дверь-то действительно эти сняли. Какую дверь сняли? Ну не дверь сняли, а с балкона нуба видел то, что дверь там уже больше не заколочена наша. А, я поняла, значит они уже сами внутри. Ребят, это какая-то подстава там, видимо. Слушайте, но если кто-то возможно, что-то пока нас не было. Ребят, ну подождите, они же все-таки должны видеть. И потом... Там были, было преступление, значит, мы... в доме. Так, нашем. Давайте так, мы ничего не делали, мы ни в чем смотрите, не виноваты. Смотрите, они встали втроем все что-то. Да ё-моё, реально, что-то так страшно. Я боюсь. Фу. Капитан? В общем, ребята, слушайте внимательно. Мы тут с ребятами поговорили, решили устроить вам подарок. Все это время мы просто прикрывали для того, чтобы вы раньше времени не спалили. Да вы просто слишком рано приехали сегодня, нам нужно было что-то придумать. Жители предложили, как будто бы мы тут там следственное мероприятие делаем. В общем, заходите. Это все для вас, за то, что вы нам все это время помогали. Чего? Мы так испугались сильно. А у нас для вас тоже смотрите, есть подарки. Там всё да, красиво. У нас тоже подарки есть. Ничего себе, смотрите, Нубик, смотри. Нубик. Офигеть. Как красиво. Слушайте, так красиво у нас настоящий Новый год наступил. Вот это да. Диван прикольный, кстати, тут стоит, вообще классно. А в туалете? В туалете даже, смотрите. Тут на каждой ступеньке носочек висит. Слушай, вот этот угол мой самый любимый. Нубик, ты теперь здесь ночевать можешь, а то все время спишь на полу на коврике. Да, вот этот угол очень круто смотрится. Смотрите, вот эти, я вот эти на том углу ночевать. Гирлянды, короче. Смотрите, вот эти штуки какие прикольные, да, на потолке висят. Колокольчики. Вот здесь тоже. У меня, кстати, красные какие-то штуки, а здесь, получается, желтые такие ветки. А у меня вообще а в туалете очень много что? Всего. О, в туалете тоже смотри, что-то есть. Смотрите, носочек. Тут тоже подарок. Ха, прикольно. Какой подарок? Смотрите, а, тут подарки, Нубик. Смотрите. Это розовые лески, наверное. Я вот поняла. Этот желтый Нубик, а красный, наверное, мне. Смотрите, смотрите. Подожди, в туалете видели, какого цвета гирлянды? Я тоже видела. Желтого. Почему? Потому что кто в туалете у нас все чаще? А, да, кстати, я. Реально. Сидит. Я открыть хочу. Я тоже хочу открыть. Давайте. Так, что тут? Он у меня. Ой, а моё? Так, комплект полицейской формы. А, это ух мы ты. Переодеться должны. Ну-ка, давайте проверим. Переодеваемся? Да-да-да. Во, у меня появилась, типа, полиция. О, смотри. Ничего себе. О, круто, нормально. Мы полиция. А, кстати, этот у нас для пойдём. Вас тоже есть подарок. Мы да, тоже, давайте... кстати, подготовились, реально. Вот, это вам. Держите. Ой, Нубик, не, еда-то нам. А, нам? Да, подарки-то это подарки, а еда это еда. Это вам. Вот, спасибо большое. Ну что же, теперь у вас есть своя форма, и вам спасибо за поздравления. Теперь мы тут все полицейскими стали. Будете теперь приезжать всегда в форме, если что. Да, это точно. Фух, ну крутой подарок, это прикольно было. Особенно вот это все ожидание, оно точно все произошло. У нас немножко, конечно, так заинтриговало. Вы интригу создали. Ладно, нам еще нужно будет все вот эти вот штуки снять с окон. Так я посижу на диване. Друзья, ну а мы пока что будем на этом заканчивать. Вот так теперь выглядит просто круто наш сегодняшний дом. Тут стало очень уютно и действительно по-новогоднему. Вот, а на связи был Шадимен. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте, увидимся, услышимся в следующем ролике. И всем пока-пока. Пока-пока, друзья! Всем пока-пока!